Привет, девчонки! Меня зовут Елена, и вы на моем канале. Мне пришла по ссылочкам с Алиэкспресс, и там долгожданные формочки, они, по-моему, были недавно у Татьяны Бугрей, но я уже их давно заказала, где-то шли они ко мне около 2 месяцев, и вот они наконец пришли, и так вот хотела протестировать их. Как раз я занималась своей правой рукой, и это было как раз кстати. Мне не нравится в нормальных формах, что они такие сильно загнутые, я искала более прямые. И вот подумала, что будет неплохо такие вот купить. Приобрела вот такие. У меня еще там 2 идут, 2 посылочки. Их мы тоже протестируем. Наношу тот же полигель, который я использовала на левой руке. Шпателем разравниваю его и уже кисточкой доделываю форму, которая мне нужна. Стараюсь, чтобы у боковых частей и у кутикулы было меньше материала. Вспомнила. Вот. Полигель очень такой плотненький. Он, в принципе, никуда не течет, и поэтому придерживать типсу к руке чем-нибудь не нужно. Он прекрасненько держится, не отлипается, и вот таким макаром я сую в лампу. Все бы да ничего, но как всегда я бросила свой маникюр на 0,5 километра и продолжу его аж потом через дня 4-5. Ну, об этом я расскажу попозже. Я намечаю себе, где мой заканчивается ноготь и как далеко я хочу нарастить. Почему? Потому что на середину идет большинство материала. У меня ногти более такие клюющие, поэтому мне нужно на середину ногтя, чтобы приподнять ноготок, и чтобы не было там воздушного кармана, посередине больше материала. И вот кончику ногтю я кисточкой выравниваю материал, делаю более тонкий. Но это не точно. Кисточку я все время смачиваю жидкостью, у меня специальная жидкость, я не смачиваю обезжиривателем, то что считаю, что из-за этого могут быть отслойки. И в принципе быстренько у меня это все наращивание произошло. Могу сказать, мне формочки понравились. Я вот уже неделю хожу с этим маникюром, поэтому формочки мне понравились. Прошло уже, не знаю, мне кажется, уже неделька после того, как я нарастила себе правую руку этими формами. Почему не делала дальше, так как я, ну, естественно, времени нету. И я думала, мне не хватает апекса. И думаю, как я на этой руке потом доложить геля сверху. Но вот проходя почти неделю с этим наращиванием, понимаю, что в принципе все достаточно, все хорошо. Единственный минус, и то тут не виноваты формы, а я не выпилила то, что там залезло на кутикулу, у меня были небольшие отслойки. Я их выпилила, вот, и сегодня просто домажу гель там, где его не хватает, и буду делать дизайн на правой руке. Так как у меня с этой рукой, которой я хожу здесь недельку уже, я говорила в прошлом видео, что у меня не держится фольга. Странно то, что перед этим я тестировала на этой руке, когда у меня был зеленый маникюр, все прекрасненько держалось, но вот на этой руке очень сильные потертости.
И я искала топ. Да, топ искала на сайте, где я постоянно его покупаю, от Neo Nail. Мне он очень-очень нравится. Люблю я слово «очень». И решила заказать его сразу две. Это топ Hard. Он с липким слоем. По-моему, если я не ошибаюсь, я правильно заказала. Купила сразу две такие баночки. И вот увидела на сайте топ. Называется этот Hard. Покажите, где он тут. Вот. Топ сандблока. Ну и задала гугли-мугли, что это такое, что это обозначает. И по отзывам прочитала, что это обалденный топ, который держит втирку, держит фольгу, там всякие там наклейки. И заказала его тоже. Там были по 9 мл, естественно, было дешевле. Но он был распродан, и пришлось купить сразу 15. Ну да ладно. Один топ я уберу, который топ Hard. Вторым я буду пользоваться. И вообще, зачем нашла этот сайт? Я на этом сайте покупаю вот этот гель. Я его просто обожаю. Он однофазный. Я, как сказать, им наношу сначала базу. Ну, не втирающим, а просто слоем вместо базы. И потом уже делаю моделирование тоже этим гелем. У этого геля просто обалденная носка. Все просто обалденное. И держится хорошо, и отслоек нету. Цветов на сайте у них мало. Я купила прозрачный. У меня до этого был розовый, потому что... Ну, он тоже... Он хоть и розовый в баночке, а на самом деле он прозрачный. И вот я им пользуюсь как базой. И некоторые девочки наносят только этот гель. Поэтому у меня он заканчивается, я решила купить. И вот из-за этого купила сразу еще и Top Hard. Так как он, как я уже говорю, самый лучший для меня, по крайней мере, до этого момента, что очень хорошо носится, обалденный блеск, я его купила. Естественно, все это дело обошлось мне недешево. Это получается 3 топа и гель 100 евро. Там у меня была скидка, как первый раз заказывала. Обычно я еду и забираю то, что магазин находится у нас в Мюнхене. И поэтому у меня было 8 евро скидка. А так, ну, короче, не дешевое удовольствие. Но этот гель, как я говорила уже, мне очень нравится. Сам топ, ой, база, фу, блин. Сам гель, он из Норвегии. Ну, естественно, там может что-то выиграешь, если заказывать оптом. Ну, оптом я не хочу, мне этого геля хватает на очень долго. Вот. Эту руку я буду доделывать не этим гелем, но вот этот топ суплока, я его на правой руке сегодня протестирую. Хочу себе дизайн сделать с этими бубликами. Мне они так понравились. Думаю, будет выглядеть просто шикарно. Взяла вот такую фольгу, так как мне нужно потестировать все-таки фольгу, чтобы она держалась. И понять, в чем причина, почему фольга не держится. Какой цвет будет на руке, я еще не придумала. Это я придумаю по мере поступления проблемы. Давайте приступим. Я беру гель Pink от Beauty Luxe. По-моему, я его еще на себе не пробовала. Ну, короче, на себе я использую все, что валяется, что лежит без надобности. Поэтому буду мазать его. Утром я доделала пил. Освежила маникюрчик. И поэтому я только протереть, потому что я все-таки, когда за рулем езжу, я все время мажу руки кремом. И надо просто обезжирить ноготки. Я думаю, это будет достаточно, чтобы гель хорошо прилип. Потому что там база у меня уже есть, там все уже у меня есть. Обезжирим ноготки. Гелем я не буду выкладывать апекс, я хочу просто освежить, как говорится, покрытие. Там, где вот я спилила отслойки, чтобы типа их доложить, и все. Я не буду не выкладывать ни апекс, хочу все-таки проверить,
хватает ли в этих формах апекса. Поэтому решила все-таки апекс не докладывать. Вот так вот тонким слоем наношу этот гель. Нанесла тонким слоем и просушила 30 секунд. Теперь я возьму Born Pretty, такой молочный лак. Почему-то он открылся прикольненько так. Он обычно открывается вот так. И нанесу его на те два пальца, где будет у меня дизайн. Теперь беру опять этот фолиенгель. На одном пальчике у меня будет фолия, а на другой будет эти, как оно, камофибуки. Теперь я беру базу и наношу слегка на тот ноготь, где у меня фольга, и полностью на весь ноготок, там, где будут эти барабульки. Как я их только уже не называла. Что ж такое? Непросушенная база у меня, и я накладываю как-нибудь, куда-нибудь эти бульбульки. Девочки, как бы вы там меня помидорами не закидывали, сама вижу, что и бульбочки, и шурики, и вообще жесть получается. Но мне было самое главное протестировать этот топ, который для фольги. И в конце концов я не была, естественно, довольна дизайном, но решила выложить видео, так как, ну, как смогла, так и смогла. Так что не судите строго. Больше я решила левую, то есть правую руку не снимать на видео. Мне и так не получается. Еще и под камерой. Там вообще жесть. Поэтому это последнее видео на моей правой руке. Остальные постараюсь сделать более чистый и красивый маникюр. Так что помидорами кидайтесь. Мне нужно на салатик. Так, теперь я покрываю чем-то этим топом, который с липким слоем. И в моей палитре не нашлось цвета, который подходил более-менее к этой фольге. И ничего лучшего не нашла, как намазать черный гель-лак с блесками. Кстати, он мне очень нравится. Он такой ненавязчивый. Но хоть сейчас и лето, типа черненько вообще не в тему. Но ничего страшного. Наношу это я дело в два слоя, так как мне правой, левой рукой тяжело подносить цвет
под кутикулу. Я решила сильно не париться, то, что через неделю я буду снова переделать маникюр. И вот так вот далеко от кутикулы, так оно и осталось. На этом все, девчонки, спасибо за просмотр. Пишите ваши комментарии, подписывайтесь на мой канал. Такого трэша, надеюсь, больше не будет. На этом все, пока!